Я сам не эвакуируюсь, эвакуирую внуков. У меня большая семья, вчера внуков отправил, сегодня эти смогли собраться, вчера, сегодня этих. Потому что очень страшно, 14-й год очень опасно прошло, у нас раненые, у нас были в семье, и мы боимся за детей. Потому и отправляем. Остаюсь, потому что не могу я город бросить. Я работаю и не работаю на предприятии, которое подает петлю. И не могу я людей бросить в холоде.